Хоуп попросила помощи. И ты направила ее навстречу гибели? Сбылись почти все знамения. Еще одна встреча между вами, и наступил бы конец. Нужно было действовать. Я покидал Новый Орлеан, а ты меня остановила. Вдруг ты снова испытал бы слабость. Начал поиграть судьбой, как когда приходил к Элайджа. Не смей обвинять во всем меня! Я пытался уберечь ее. Возможно, не стоило верить тебе. Долг перед семьей стал мешать другим твоим планам. Киллин вернулась, верно? Хватит, Клаус. Я пожертвовала всем ради тебя. Ради Хоуп. Я понимаю, что ты пытался защитить ее, но сейчас она нуждается не в этом. Я ее отец. Я решаю, что ей нужно, а что нет. Правда? Потому что пока ты пропадал, здесь была я и Хейли. И Хоуп делала все, что мы просили. Она слушалась лишь раз из-за того, что скучала по отцу. Хочешь узнать, что она сделает, если в жизни не будет обоих родителей? Мы обязаны доверить выбор ей. Она ребенок. Детство закончилось 3 дня назад с потерей матери. Клаус, пока в тебе остается эта магия, она все равно, что сирота. Мы все шли на опасные шаги ради семьи и поддерживали друг друга. Теперь ее черед. Фрея, ты должна ее остановить. Нет.